Астана Опера готовит жителям и гостям столицы невероятный сюрприз. На сцене главного театра страны состоится премьера бессмертной оперы Джузеппе Верди «Аида». Судя по последнему прогону, постановка будет грандиозной. Спектакль готовят местные и зарубежные специалисты. Это выдающийся режиссер Франко Дзефирелли из Италии, солисты из Америки, России, Германии и Италии. Главные роли исполняют заслуженные деятели Казахстана. В образе прекрасной эфиопской царевны Аиды предстанет Джупар Габдуллина. Ведущая солистка театра «Астана Опера» Дина Хамзина порадует публику прекрасным меццо-сопрано и исполнит роль Амнерис, дочери египетского фараона. Благодаря техническим возможностям «Астана Опера» на сцене появятся невероятно сложные многослойные декорации. Это одна из моих самых любимых постановок. Роль Аиды невероятно многогранна. Я стараюсь каждый раз исполнять ее все лучше и лучше. У нас отличная команда. Над постановкой работают настоящие мастера. Я искренне надеюсь, что завтра казахстанцы получат большое удовольствие от нашей Аиды.